Ежегодно в Казанском федеральном на конференции Института психологии и образования затрагивается тема психического состояния человека. Ученые университета вместе со студентами и приглашенными специалистами обсуждают актуальные проблемы саморегуляции отрицательных состояний человека. Ученые современности, психологи заявляют, что во времена глобализации учащаются стрессогенные ситуации и неспособность управления собственным психическим состоянием. Одиночество, стресс, опять же, так сказать, выгорание и так далее. Все это область психических состояний. Ну и понятно, что знать эти состояния, уметь их регулировать, чрезвычайно важно для каждого человека. О регуляции нервно-психической устойчивости говорят и аспиранты, магистры и студенты КФУ. В рамках психологического форума ученые проводят мастер-классы, читают лекции о стрессоустойчивости. Ведь именно эта тема – одна из самых важных уже с советских времен. В 90-х годах сначала, когда наша страна попала в такой тяжелый момент перестройки и реконструкции новой системы, это и мировая, конечно, проблема. Самая массовая сейчас – стресс. Подобные изучения и форумы помогают создавать специальные программы на стрессоустойчивость, которые применяются для работы космонавтов, сотрудников МЧС и представителей военной сферы. Анастасия Иванова, Руслан Уразаев, Ленардо Влетьяров, Универньюз.